Не хватает радостных моментов в жизни не только у болеющих детей, но и вполне здоровых взрослых. В России обновили так называемый индекс счастья. И выяснился прискорбный факт. Жители нашей страны в прошлом году стали максимально несчастны за последние 6 лет. Социологический опрос проводился в ноябре-декабре 2019-го. Участие приняли 1500 человек из всех регионов России. Их спрашивали, счастливы ли они. Неизвестно, сказалась предновогодняя усталость на респондентах или же нет, но факт остается фактом. В последний раз настолько несчастными жители нашей страны были в 2013 году. К тому же ответственный индекс счастья оказался в два раза, отечественный индекс счастья оказался в два раза меньше, чем в среднем по миру. Только 42% респондентов в ходе опроса заявили, что довольны своей жизнью и происходящими вокруг событиями. В последний раз значительный рост индекса счастья в России наблюдался в 2014-м. По мнению экспертов, он был связан с присоединением Крыма.